душе детей и взрослых есть страна, где все возможно. О ней в газете не прочесть, но побывать там можно. Реальность иногда скучна, сера, однообразна. Но есть волшебная страна, где все всегда прекрасно. Там можно кем захочешь стать и громче всех смеяться. Надежд чужих не оправдать, ни капли не бояться. Страна чудес, мы в ней живем, покуда нам вдруг самим не надоест мечтать и верить в чудо. Что толку в книжке, если в ней нет ни картинок, ни разговоров? Скучно, когда все знаешь наперед, когда ответы на все вопросы лежат на поверхности. Даже удивляться не получается. Так утомила меня эта книжка. Меня все-таки какая у нас скучная жизнь. А, вы кто? А здравствуйте. Как вы сюда попали? Мы здесь живем. Как интересно. Значит, вы волшебники? Немножко. Ура, как здорово. Значит, вы сможете проводить нас в любую сказку. Конечно. А в какую сказку-то хотелось бы попасть? Видите ли, меня зовут Ясно. Меня Маша. А меня Диана. А меня зовут Лиза. Мы учимся в лингвистической школе. И нам очень нравится сказка про Алису, которую написал Льюис Кэрролл. Если я правильно вас понял, вы бы были рады попасть в Зазеркалье и в Страну чудес? А можно? Я бы хотела увидеть говорящие цветы и познакомиться с чеширским котом. А я поговорить с Шалтаем-болтаем. А я с Черной Королевой. А я попасть на безумное чаепитие. Конечно, только... Только... Мы пойдем с вами. Здорово! 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 Нам нужно всего лишь сказать волшебное заклинание. Воркалась, хливки, шарки, пырались по нове. И хрюкотали зелюки, как нунзики в воде. Воркалась, хливки, шарки, пырались по нове. И хрюкотали зелюки, как нунзики в воде. Алис, вот великолепный сад. Ах, Лили, как жаль, что вы не умеете говорить. Говорить-то мы умеем. Было бы с кем. Посмотрите на нее, молчит, как каменная. Скорее, как мраморная. Это она от изумления. От удивления, есть же чему удивляться. Может, у нее голос пропал. Неужели здесь все цветы говорят? Не хуже тебя. Не хуже, не хуже. Но только гораздо громче. Просто мы считаем, что нехорошо заговаривать первыми. Я как раз стою себе и думаю, догадаешься ты с нами заговорить или нет. У нее, по крайней мере, лицо не вовсе бессмысленное. И цвет у нее как надо. Да, это уже кое-что. Да-да, это уже кое-что. Меня цвет не беспокоит. Вот если бы лепестки у нее побольше завивались, тогда она была бы очень мила. Да-да, тогда бы она была бы мила. А вам никогда не бывает страшно? От чего? Вас никто не охраняет. Вы здесь совсем одни. Одни? А дуб на что? Ну, разве он может что-нибудь сделать? Он хоть кого может отдубасить. Что-что, а отдубасить он умеет. Потому он называется дуб. А ты этого не знала? Почему ты этого не знала? Ты ничего не знаешь. Если вы сейчас же не замолчите, я вас сорву. Фиалки из цветов самые несносные. Такой крик поднимают. Послушать их, так прямо завянешь. А как вы научились так хорошо говорить? Я во многих садах бывала, но никогда не слышала, чтоб цветы говорили. Опусти руку и пощупай клумбу, тогда тебе все станет ясно. Твердая, как камень. Только при чем тут это? В других садах клумбы то и дело рыхлят. Они там мягкие, словно перины, цветы и спят все дни напролет.
Да-да, спят все дни, и земля на клубнях мягкая. Так вот в чем дело, а я об этом не подумала. А есть в саду еще люди, кроме меня? Есть. Есть еще тут один цветок, который умеет ходить, как ты. Не понимаю, как тебе это удается? Ты никогда ничего не понимаешь. Только он пораскидистее, чем ты. А в остальном, как я, тут в саду есть еще одна девочка. Такой же странной формы, как и ты. Потемнее, пожалуй. И лепестки покороче. Гладкие, как у георгины. И не такие растрепанные, как у тебя. Не огорчайся, просто ты уже вянешь, и лепестки у тебя обтрепались, тут уж ничего не поделаешь. Какая чепуха! Ой, что-то мне не весело, что-то во мне стихло. Наверное, от этого помогут стихи. Как тучи одинокий тень, бродил я сумрачно тих, и встретил в тот счастливый день толпу нарциссов золотых. В тени ветвей у синих вод они водили хоровод. Свободно звездному шатру цветы струили зыбкий свет, и, колыхаясь на ветру, мне посылали свой привет. Все-таки она милая. Алисины приключения в волшебной стране начались. Ну да, говорящие цветы. Фантастика. Ты заметил, какие они вредные? Да, а по-моему, не очень. Ты прав, они не вредные, они сомнения. Это как? Но думаю, что самые красивые и умные. Подожди, сейчас она встретится с Черной Королевой. Вот уже кого? Самомнение. Ты здесь откуда? Смотри мне в глаза, отвечай вежливо, не верти пальцами. Зачем ты здесь, пока думаешь, что сказать, делай реверанс. Это экономит время. Теперь отвечай, когда говоришь, открывай рот пошире и не забывай прибавлять. Ваше Величество. Я читала, играла, смотрела на цветы в саду. В саду? Разве это сад? Видела я такие сады, рядом с которым это просто заброшенный пустырь. Я мечтала подняться на вершину холма. Разве это холм? Видела я такие холмы, рядом с которым это просто равнина. Ну нет, холм никак не может быть равниной, это чепуха. Разве это чепуха? Слыхала я такую чепуху, рядом с которой это разумно, как столковый словарь. А у вас булавка откололась. Не пойму, что с ней такое. Должна быть, она сегодня не в духе. Где бы я ее не приколола, но ей никак не угодишь. Теперь лучше. Вам нужна горничная, ведь вы королева. Тебя бы я взяла с удовольствием. 2 шиллинга в неделю и варенье на завтра. Нет, в горничные я не пойду, и варенье мне сегодня не хочется. Сегодня бы ты его и не получила. У меня правило, варенье только на завтра. Но ведь завтра когда-то будет сегодня. Никогда, ведь нельзя проснуться и сказать, ну вот, наконец завтра. Ничего не понимаю. Просто ты не привыкла жить в обратную сторону. Представь, помнишь и прошлое, и будущее, в зеркале. А что вы помните лучше всего? То, что случится через 2 недели. Королевский гонец сидит в тюрьме да только в среду. А про преступление он даже и не думал. А, здесь что-то не то. А, кровь из пальца хлещет, кровь! Что случилось? Вы укололи палец булавкой? Еще не уколола, но сейчас уколю. Буду закалывать булавку, она соскользнет и уколет палец, вот. А почему вы не кричите? Я уже кричала, с чего начинать все сначала. Какая удивительная страна! А можно увидеть ее за пределами комнаты и сада? Это легко устроить. Бежим! Быстрее, быстрее! Ух, можно отдохнуть? Что это? Мы так и остались здесь? Конечно, да.
А ты что хотела? У нас, когда долго бежишь, непременно попадаешь в другое место. Какая медленная сторона. Здесь, чтобы оставаться на одном месте, надо бежать со всех ног. А чтобы попасть в другое место, надо бежать 2 раза быстрее. Никуда не хочу. Мне и здесь хорошо. Только пить очень хочется. Этому гору помочь нетрудно. Хочешь сухарик? Ну, мне пора. Если не знаешь, что говорить, говори по-французски. Когда идешь, носки ставь врозь. И помни, кто ты такая. А что там дальше? А дальше встреча с чеширским котом. Это тот, который может становиться невидимым? Ну да, если мы это себе представим. Котик, чешет. Ничего, кажется, доволен. Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? А куда ты хочешь попасть, Мурмяу? Мне все равно. Тогда все равно, куда идти? Только бы попасть куда-нибудь. Куда-нибудь ты обязательно попадешь, Мурмяу. Нужно только достаточно долго идти. С этим нельзя не согласиться. А что здесь за люди живут? Вон там живет шляпник, а там мартовский заяц. Все равно, кому ты пойдешь, оба они в своем уме. На что мне безумцы? Ничего не поделаешь, Мурмяу. Все мы здесь не в своем уме. И ты, и я. Откуда вы знаете, что я не в своем уме? Конечно, не в своем. Ты же спишь. Сплю? Ну, дремлешь или так. Прикорнула. Извини, я что-то разворчался, Мурмяу. По-моему, вы не ворчите, а мурлыкаете. Во всяком случае, я это так называю. Называй как хочешь. Суть от этого не меняется. Ты приглашена сегодня на бал к Черной Королеве? Мне бы очень хотелось, но меня еще не пригласили. Тогда до вечера. Мне показался чеширский кот очень симпатичным. А как он улыбался? Я теперь знаю. Самая обаятельная улыбка у чеширского кота. Подожди, дальше будет еще интереснее. И что же увидит героиня? Ну что, который час? Вы спрашивали об этом 3 секунды назад. Да, но это что-то меняет. Время пить чай. Занято, занято! Свободных мест нет. Совсем-совсем. Совсем нет. Тут полно места. Выпейте лимонаду. Но я не вижу здесь никакого лимонада. А его тут и нет. В таком случае, с вашей стороны, не очень-то вежливо предлагать его. Это с вашей стороны не очень вежливо усаживаться за стол без приглашения. Я не знала, что это ваш стол. Он накрыт явно не на троих. Какое сегодня число? Число какое? 4-е. Так и знал. Отстали на 2 дня. Я же говорил тебе, что не надо их маслом смазывать. Но это, знаете ли, было лучшее сливочное масло. Да, но все крошки могли туда попасть. Вам не следовало бы намазывать его столовым ножом. Это, знаете ли, было лучшее сливочное масло. Какие интересные часики. Показывают не часы, а дни. А ваши часы что, показывают год? Нет, конечно, но это потому, что они стоят с прошлого года. С моими то же самое. В марте прошлого года, как раз перед тем, как он спятил, на грандиозном концерте, устроенной Червовой Королевой, мне пришлось петь «Кыш-кыш, маленькая мышь, откуда же ты взялась?» Так вот, едва я закончил первый куплет, как королева подпрыгнула и завопила. Он убивает время! Отрубите ему голову! Жестокость! Голову мне не отрубили, я успела сбежать. Но с тех пор постоянно 5 часов вечера. Пи-пи. Пи-пи. Пи-пи.
Вот почему на столе так много посуды. Танцы вечером. Время пить чай. И у нас нет времени помыть посуду. Вот почему вы пересаживаетесь вокруг стола по часовой стрелке. Совершенно верно, как только используем очередную партию посуды. А что происходит, когда вы возвращаетесь к точке отчета? Может быть, сменим тем? А давайте попьем чайку. Давайте! Время пить чай. Ну и ладно, ни за что не вернусь сюда. Называется «Попила чаю». Это самое безумное чаепитие, в котором я участвовала за всю свою жизнь. Странче, странче. Кто же следующий? Не знаю, что сказать. Умник, снуп, гордец, шалтай, болтай. Кто? Да смотри же скорее! А, как же похож. Ну, чего же мне это надоело? Я только сказала, что похож. Некоторые люди очень умны. Совсем как грудные младенцы. Скажи-ка мне лучше, как тебя зовут? Меня зовут Алиса. А какое глупое имя? Что оно значит? Разве имя должно что-то значить? Конечно, должно. Возьмем, к примеру, мое имя. Оно выражает мою суть. Замечательную и чудесную суть. Шалтай-болтай. А с таким именем, как у тебя, ты можешь оказаться чем угодно. Ну, просто чем угодно. Сколько тебе лет? 7 лет и 6 месяцев. 7 лет и 6 месяцев? Какой неудобный возраст. Если бы ты со мной посоветовалась, я бы тебе сказала. Остановись на 7. Но сейчас уже поздно. Я никогда ни с кем не советую. Расти мне или нет. Что? Гордость не позволяет. Ведь это не от меня зависит. Все растут. Не могу же я одна не расти. Какой у вас красивый галстук? Тут ты совершенно права. Это подарок от Белой Королевы. Неужели? Она подарила мне его на день рождения. На день рождения? Что это такое? Подарок, который дарят на день рождения. Мне больше нравятся подарки на день рождения. А вот и зря. Сколько дней в году? 265. А сколько дней рождения? 1. Вот, 365 минус 1. Сколько это будет? 364, конечно. Да, кажется, нет ошибки. Вот, 364 дня в году ты можешь получать подарки на день рождения. Какой я умный. Ну все, прощай. До свидания. Надеюсь, мы еще встретимся. Даже если мы встретимся, я тебя не узнаю. Ты так похожа на всех людей. Обычно людей различают по лицам. Вот я и говорю, все на одно лицо. 2 глаза в середине нос, а под ним рот. Вот если бы у тебя оба глаза были на одной стороне, рот на лбу, я бы, возможно, тебя запомнил. А так прощай. Понравилось? Его надо к нам на уроки русского. Так много знает. Как тебе его идея получать подарки на день рождения? Ну, это мне надо еще над этим подумать. Кстати, мы совсем забыли про бал. Девочки, поспешите туда. Это еще кто? Как вас зовут, прелестные девочки? Алиса. А это кто? Это чеширский кот. Отрубите ему голову! Помилуйте, о королева, мурмяу. Сегодня такая чудесная погода, хоть утром шел дождь. Дождь? Отрубите ему голову! Это возмутительно! Удивительно невоспитанная девочка. Видно, уроков хороших манер не брала. Манерам на уроках не учат. На уроках учат арифметики и всякому такому. Сложению вас обучили. Сколько будет? 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1. Знаю, я сбилась со счета. Сложению не знаю, а вычитание. Теперь ты отними из 8 9. И вычитание не знаешь. А деление?
буханку хлеба ножом, что будет? Бутерброды, конечно. Кто тебя обучает? Отрубись ему. А сами вы знаете? И вообще, мы хотим выбраться отсюда. Тогда бегите. Подпрыгните повыше. Купите билет и сядьте на поезд. У вас есть билет? Знаете, сколько он стоит? 1000 фунтов за одно место. Здесь и кассы нет, и кассира. Кассира нет? Отрубите ему голову. Здесь нет места для кассы, мурмяу. Знаете, сколько стоит земля? 1000 фунтов один дюйм. Но можно купить билеты у машиниста. Это человек, который ведет паровоз. Знаете, сколько стоит дым от паровоза? 1000 фунтов одно колечко. 1000 фунтов одно колечко? Отрубить машинисту голову. Уж лучше нам помолчать. Уж лучше помолчите. Знаете, сколько стоит разговор? 1000 фунтов одно слово. Теперь мне всю жизнь будет сниться 1000 фунтов. Отрубить им голову. Да мы вас довольны. Довольно, мы больше не можем. Что это? Книги на полу, шахматы, цветы в саду. Это нам приснилось? Как по-вашему? Чей это сон?